На татами 4 победил Михаил Мамаев, Сибирский федеральный округ. Татами 4 победил Михаил Нелюбин, Уральский федеральный округ. Thank you.
Сами 4 готовятся. Роман Аликаев, Центральный федеральный округ. Александр Рейки, Уральский федеральный округ. На татами один Golden Score. Повторно вызывается Ковшова Татьяна. Татами 2 победила Сафронова Екатерина, Уральский федеральный округ. На татами 2 приглашается спортсменки весовой категории до 44 кг. Жданкина Татьяна, Приволжский федеральный округ, Герасимова Юна, Южный федеральный округ. Победу одержала Ковшова Татьяна, Сибирский федеральный округ, и выше Богдана. Татами 3. Захарова Дая, Центральный федеральный округ. Конакова Аяна, Северо-Кавказский федеральный округ. Татами 2. Жданкина Татьяна, Приволжский федеральный округ, Самара. Татами 3. Перерыв 4 минуты. Врач татами 4. Thank you.
Приготовиться на татами 2 Глухова Евелина, Сибирский федеральный округ, Сапрогова Екатерина, Уральский федеральный округ. На татами 2 выиграла Татьяна Штангина, Приволжский федеральный округ. На татами 4 готовится Мурат Мамедов, Южный федеральный округ, Вячеслав Крючков, Центральный федеральный округ. Татами 3. Приглашается Захава Дая, Центральный федеральный округ. Конакова Аян, Северо-Кавказский федеральный округ. Татами 1. Победный зал Пожидаев, Никита, Уральский федеральный округ, Челябинская область. На татами 1 приглашается